Следующие два ряда с 23 по 24 ряд вяжем красной ниткой. Вяжем 23 ряд. Первая петля кромочная. Дальше вяжем 3 петли лицевые. 2 петли снимаем непровязанными, нить за работой, 2 петли лицевые и 2 петли снимаем непровязанными, нить за работой. И дальше 4 петли лицевые, 2 петли снимаем непровязанными, нить за работой, 2 петли лицевые. И 2 петли снимаем непровязанными, нить за работой. И снова повторяем. 4 петли лицевые. 2 петли снимаем непровязанными, нить за работой. 2 петли лицевые. И 2 петли снимаем непровязанными, нить за работой. Дальше 6 петель лицевых. 1 накид, 2 петли лицевые, 1 накид, 18 петель лицевых, 2 петли лицевые, накид. 6 петель лицевых, 2 петли снимаем непровязанными, нить за работой, 2 петли лицевые, 2 петли снимаем непровязанными, нить за работой и 4 петли лицевые. И снова повторяем, 2 петли снимаем непровязанными, нить за работой, 2 петли лицевые. 2 петли снимаем непровязанными, нить за работой, 4 петли лицевые. И снова 2 петли снимаем непровязанными, нить за работой, 2 петли лицевые. 2 петли снимаем непровязанными, нить за работой, 3 петли лицевые и последняя петля кромочная изнаночной петлей. 24 ряд, первая петля кромочная. 3 петли лицевые, 2 петли снимаем непровязанными, нить перед работой, 2 петли лицевые и 2 петли снимаем непровязанными, нить перед работой. И дальше 4 петли лицевые, 2 петли снимаем непровязанными, нить перед работой, 2 петли лицевые. 2 петли снимаем непровязанными, нить перед работой. И снова повторяем 4 петли лицевые. 2 петли снимаем непровязанными, нить перед работой. 2 петли лицевые. И 2 петли снимаем непровязанными, нить перед работой. 38 петель провязываем лицевыми петлями. 2 петли снимаем непровязанными, нить перед работой, 2 петли лицевые, 2 петли снимаем непровязанными, нить перед работой, 4 петли лицевые. И снова повторяем, 2 петли снимаем непровязанными, нить перед работой, 2 петли лицевые, 2 петли снимаем непровязанными, нить перед работой, 4 петли лицевые. И снова 2 петли снимаем непровязанными, нить перед работой, 2 петли лицевые, 2 петли снимаем непровязанными, нить перед работой, 3 петли лицевые и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Следующие 4 ряда с 25 по 28 ряд вяжем бежевой ниткой. Вяжем 25 ряд. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые,
Следующие 3 петли меняем местами. И провязываем их лицевыми петлями. И снова 3 петли меняем местами. И провязываем их лицевыми петлями. Дальше 4 петли лицевые. И снова 3 петли меняем местами. И провязываем их лицевыми петлями. И следующие 3 петли тоже меняем местами. И провязываем лицевыми петлями. Снова 4 петли лицевые. И следующие 3 петли меняем местами. И провязываем их лицевыми петлями. И снова 3 петли меняем местами. И провязываем их лицевыми петлями. Дальше 7 петель лицевых. Один накид, 2 петли лицевые, 1 накид, 20 петель лицевых. Дальше 1 накид, 2 петли лицевые, 1 накид, 7 петель лицевых. И дальше вяжем. 3 петли меняем местами. И провязываем их лицевыми петлями. И следующие 3 петли тоже меняем местами. И провязываем их тоже лицевыми петлями. И 4 петли лицевые. И снова 3 петли меняем местами, провязываем их лицевыми петлями, и следующие 3 петли тоже меняем местами. И провязываем их лицевыми петлями. Дальше 4 петли лицевые. И снова 3 петли меняем местами. И провязываем их лицевыми петлями. И следующие 3 петли меняем местами. И провязываем лицевыми петлями. И 3 петли лицевые. И последняя петля кромочная изнаночной петлей. 26 ряд. Первая петля кромочная. 37 петель провязываем изнаночными петлями. Дальше 26 петель провязываем лицевыми петлями. И оставшиеся на левой спице 38 петель провязываем изнаночными петлями.
27 ряд, первая петля кромочная, 37 петель провязываем лицевыми петлями. Дальше накид, 2 петли лицевые, накид, 22 петли лицевые. Дальше накид, 2 петли лицевые, накид. И оставшиеся 38 петель на левой спице провязываем лицевыми петлями. Последняя петля кромочная изнаночной петлей. 28 ряд. Первая петля кромочная. 38 петель провязываем изнаночными петлями. Двадцать восемь петель провязываем лицевыми петлями. И оставшиеся на левой спице 39 петель провязываем изнаночными петлями. 29 и 30 ряд вяжем зеленой ниткой. Вяжем 29 ряд. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые, 2 петли снимаем не провязанными нить за работой, 2 петли лицевые и 2 петли снимаем не провязанными нить за работой. Дальше 4 петли лицевые, 2 петли снимаем не провязанными нить за работой, 2 петли лицевые и 2 петли снимаем не провязанными нить за работой. И снова 4 петли лицевые, 2 петли снимаем не провязанными нить за работой, 2 петли лицевые и 2 петли снимаем не провязанными нить за работой. Дальше 9 петель лицевых. Один накид, 2 петли лицевые, 1 накид, 24 петли лицевые. 2 петли лицевые, накид, 9 петель лицевых, 2 петли снимаем не провязанными нить за работой, 2 петли лицевые, 2 петли снимаем не провязанными нить за работой, 4 петли лицевые. И снова повторяем, 2 петли снимаем не провязанными нить за работой, 2 петли лицевые, 2 петли снимаем не провязанными нить за работой, 4 петли лицевые. И снова 2 петли снимаем не провязанными нить за работой, 2 петли лицевые. 2 петли снимаем не провязанными нить за работой, 3 петли лицевые и последняя петля кромочная изнаночной петлей. 30 ряд, первая петля кромочная. Дальше вяжем 3 петли лицевые, 2 петли снимаем не провязанными нить перед работой, 2 петли лицевые и 2 петли снимаем не провязанными нить перед работой. Дальше 4 петли лицевые, 2 петли снимаем не провязанными нить перед работой, 2 петли лицевые и
2 петли снимаем непровязанными нить перед работой. И снова 4 петли лицевые, 2 петли снимаем непровязанными нить перед работой, 2 петли лицевые и 2 петли снимаем непровязанными нить перед работой. Дальше 50 петель провязываем лицевыми петлями. Дальше 2 петли снимаем непровязанными нить перед работой, 2 петли лицевые, 2 петли снимаем непровязанными нить перед работой, 4 петли лицевые. И снова 2 петли снимаем непровязанными нить перед работой, 2 петли лицевые, 2 петли снимаем непровязанными нить перед работой, 4 петли лицевые. И дальше 2 петли снимаем непровязанными нить перед работой, 2 петли лицевые, 2 петли снимаем непровязанными нить перед работой, 3 петли лицевые и последняя петля кромочная изнаночной петлей. 31 ряд. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые. 3 петли меняем местами. И провязываем 3 петли лицевыми петлями. И еще 3 петли меняем местами. И провязываем лицевыми петлями. И дальше 4 петли лицевые. Следующие 3 петли меняем местами. И провязываем их лицевыми петлями. И еще 3 петли меняем местами. И провязываем лицевыми петлями. 4 петли лицевые. И снова 3 петли меняем местами. Провязываем их лицевыми петлями. И 3 петли меняем местами. И провязываем их лицевыми петлями. Дальше 10 петель лицевых. 1 накид, 2 петли лицевые, 1 накид, 26 петель лицевых, 1 накид, 2 петли лицевые, 1 накид, 10 петель лицевых. 3 петли меняем местами и провязываем их лицевыми петлями. 3 петли меняем местами. И провязываем их лицевыми петлями. 4 петли лицевые.
И снова 3 петли меняем местами. Провязываем их лицевыми петлями. И еще 3 петли меняем местами. И провязываем их лицевыми петлями. И 4 петли лицевые. И снова 3 петли меняем местами. Провязываем их лицевыми петлями. И еще 3 петли меняем местами. И провязываем лицевыми петлями. И 3 петли лицевые. И последняя петля кромочная изнаночной петлей. 32 ряд. Первая петля кромочная. 41 петлю провязываем изнаночными петлями. Следующие 32 петли провязываем лицевыми петлями. Оставшуюся 41 петлю на левой спице провязываем изнаночными петлями. Так, на спицах у меня 114 петель. И следующий, 33 ряд. Все петли провязываем лицевыми петлями бежевой ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Тридцать четвертый ряд. Первая петля кромочная. 40 петель провязываем изнаночными петлями. Тридцать две петли провязываем лицевыми петлями. И оставшуюся 41 петлю на левой спице провязываем изнаночными петлями. Следующих 3 ряда с 35 по 37 ряд вяжем платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Вяжем 35 ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Так вяжем еще 3 ряда. Провязала 3 ряда платочной вязкой. В конце 37 ряда набираем петли для задника. Набрала петли, у меня получилось 18 петель. Дальше вяжем 38 ряд. Все петли провязываем лицевыми петлями бежевой ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда провязываем лицевыми петлями. Провязала 38 ряд. И в конце 38 ряда по этому краю тоже набираем 18 петель для задника.
набрала 18 петель в конце 38 ряда. Верхняя часть тапочек готова. На спицах у меня 150 петель. Дальше будем вязать подошву и задник тапочек. Подошву и задник будем вязать бежевой ниткой, платочной вязкой. Для начала провязываем первые 70 петель. Первая петля кромочная. И 69 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала первые 70 петель. Дальше на центральных 10 петлях будем вязать подошву. Вяжем первый ряд. 9 петель провязываем лицевыми петлями. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали первый ряд. Разворачиваем и вяжем второй ряд. Первая петля кромочная. 8 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали второй ряд, разворачиваем и вяжем. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых. И следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали третий ряд, разворачиваем, вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 4 ряда подошвы. По такой схеме, как вязала предыдущих 2 ряда, вяжем еще 94 ряда. Лицевые ряды провязываем кромочная, 8 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочная, 8 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Так вяжем еще 94 ряда. Провязала еще 94 ряда. Вот такая подошва у меня получается. Вместе у меня провязано 98 рядов. Дальше вяжем 99 ряд. Первая петля кромочная, 7 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем сотый ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 101 ряд. Первая петля кромочная, 5 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 102 ряд. Первая петля кромочная. 4 петли лицевые и 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 103 ряд. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые и 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 104 ряд. Первая петля кромочная, 2 петли лицевые. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 104 ряда подошвы. Такая подошва у меня получилась. Дальше будем вязать задник. На спицах у меня осталось с обеих сторон по 18 петель и центральные 4 петли. Вместе 40 петель. На центральных 4 петлях вяжем задник. Первая петля кромочная, 2 петли лицевые. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали первый ряд. Разворачиваем, вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 2 петли лицевые. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд. По такой схеме, как вязала предыдущих 2 ряда, вяжем до тех пор, пока на спицах не останется 4 петли.
провязала задник, вот такой задник у меня получился. На спице осталось 4 петли. Закрываем петли, и наш тапочек готов.